Самый близкий путь к музыке нашел руководитель студии этнических барабанов Владимир Вдовин. Своим знанием он с радостью готов поделиться со всеми желающими. В эти выходные в Мурманске впервые состоится этнодискотека. О том, что это такое, а также о людях, влюбленных в барабанные ритмы. Наш следующий сюжет. Эта домашняя выставка этнических барабанов вполне заслуживает собственного уголка в музее. Автор коллекции Владимир Вдовин с легкостью может сыграть на любом из экспонатов. Очень звонкий. Вообще дарбука – такой инструмент индивидуальный. Он для соло, то есть это инструмент солиста. Встречаются в коллекции и неожиданные экземпляры. Этот предмет похож на глиняный кувшин. Правда, для хранения молока он не годится из-за характерных отверстий. То есть есть такие звуки. Это нигерийский барабан-горшок уду, который приехал в Мурманск из Ганы. Потому что он очень тихий. И, как правило, мы используем на каких-то джемах. К нему нужен микрофон, вот, чтобы был слышен. Здесь очень низкий такой бас. Владимир считает, барабаны – это самый близкий путь к музыке. Научиться играть на них может каждый. Свою теорию мастер подтверждает делом. Его студии «Драм Там Там» на днях исполняется 6 лет. Все начиналось как уроки для небольшой группы людей, заинтересованных этнической музыкой. Сейчас «Драм Там Там» – это целый барабанный оркестр. 30 музыкантов с богатым концертным опытом. Да, этническая музыка и барабан, сам барабан – это ритм нашей жизни, то есть… Привлекает сам звук барабана, сама завораживает ритм. И... Большому коллективу приходится репетировать по очереди. Все в одно помещение просто не вмещаются. В то же время драм-там-там – единый организм. Почти всю музыку ребята сочиняют вместе. Придумывают номера, где смешивают самые разные стили – этнику, джаз и даже детские песни. Потому что мы уже все знаем, как нужно правильно играть. Вот, и если есть там какой-то трям или косяк, это для нас очень сильно заметно, и все слышат, и все это, ну, переглядываться начинают. Вот, ну для других не знаю. Дарья Быстрова пришла в «Драм Там Там» всего полгода назад. На прошлой неделе она дебютировала на «Ночи музея». А впереди еще выступление на большом отчетном концерте 30 мая. Было волнение перед выступлением в художественном музее, а сейчас уже так как-то поспокойнее, потому что уже знаю, что ждет примерно. Ежегодный отчетный концерт – это своеобразный выпускной, на котором барабанщики показывают, чему научились. В прошлом году поклонников пришло так много, что на этот раз ребята решили выступить на сцене детской театральной школы, а это 300 человек зрителей. А в эти выходные впервые в Мурманске, да и, возможно, в России, состоится еще одно необычное мероприятие – этнодискотека. Часто люди приходят к нам на концерт и говорят, вот мы пришли вас послушать, а вот хочется встать и начать плясать, потому что музыка очень заводная. И мы решили сделать прямо отдельное мероприятие, на котором люди именно танцуют под барабан. Удастся ли барабанщикам растанцевать Мурманск, выясним совсем скоро. Этнодискотека состоится 23 апреля в клубе «Ледокол».